Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Оль, ну я сегодня не устояла. Я большая поклонница, я фанатка нашей знаменитой модельера Коко Шанель, которая как раз-таки и ввела в моду вот такого исполнения жакеты. Это классический крой, это классическое оформление с дизайнерским подходом, которое подойдет абсолютно каждой женщине и составит в вашем гардеробе уникальное, просто уникальные образы и дополнит и завершит этот жакет абсолютно любые вещи, которые у вас уже есть в вашем гардеробе. Мне очень понравился этот жакет. Я люблю вот подобного рода вещи, которые никогда не выйдут из моды. Абсолютно вот на все времена. И на все времена, и на все случаи, что очень важно. И абсолютно для каждой женщины. Он, правда, изысканный. Во-первых, это новинка. Друзья, встречайте! Под ваши аплодисменты появляется жакет Анна. Он сегодня представлен для вас по цене со скидкой. Вспомните, когда вы приходите в магазины, видите новую коллекцию, на нее никогда не действуют цены распродажи. Ну или хоть маленькую скидочку вам никто на новую коллекцию никогда не даст. У нас все наоборот. Это телеканал Shop & Show, где все новинки в прямом эфире представлены со скидками. Сегодня, например, вы экономите 1100 рублей. Давайте выберем ваш неповторимый цвет вашего будущего элегантного жакета. Слушай, яркий красный цвет. Знаешь, как я говорю, проходу нет всем мужчинам. Да. Они будут останавливаться. Действительно, внимание привлечет каждая женщина. Белоснежный оттенок. Очень красивый, благородный цвет. Летом ему просто не будет замены. Угу. Также у нас есть темно-синий цвет. Ну, я думаю, это предложение для тех, кто чаще всего выбирает черный Да. Стройнящий. Если черный надоел, возьмите темно-синий. Он стройнит ничуть не хуже. Ой, вот этот я вытащу, посмотрите. Розовый. Какой нежный, розовый цвет. И, кстати, вот такие жакеты подобные у нас были в эфирах, но розового цвета никогда не было, поэтому это сверхновинка. Следующий цвет, ментоловый цвет. Освежающий. Мята. Да, мне кажется, такой жакет будет действительно вот таким элементом свежести. Свежести. Даже если все черное надеть, а сверху надеть вот этот ментоловый жилет, то в любом случае такой прям свежий очень, образ будет. Очень популярный оттенок, кстати, Оленька, в коллекциях весна-лето 2018 года. Так, далее. Бежевый. Бежевый цвет. Смотрите, цвет молочного шоколада. Любите шоколад? Ну, тогда возьмите свой любимый цвет. Смотрите, также у нас есть черный цвет. Ну, как же мы без него? Я же знаю, что вы все всегда выбираете первоочередно черный цвет. И он всегда у нас первоочередно и заканчивается. Черный цвет пока есть в наличии. Но торопитесь, это самый ходовой цвет. Итого у нас получается сразу 8 цветов на выбор. Размеры от 50 до 64-го. Да. Оль, и ты знаешь, очень важно, что этот жакет, он уникален. Он, да, во-первых, является классикой и дизайнерской базой гардероба, угу. Оля. Плюс ко всему, он с эффектом стройного силуэта, и очень важно, что он подойдет абсолютно каждой женщине любого возраста на все случаи жизни. Мы сейчас видим, как прекрасно сочетается наш жакет с обычной классической юбкой-карандаш, с базовым топом красного цвета. И также с нашими брюками Линдси, которые мы вот уже о них рассказывали. То есть получается универсальный базовый вариант по цене премьеры. 1999 рублей. Цена меньше 2000. Скидка 1100 рублей. Но ты знаешь, лично мне вот издалека напоминает, да, этот жакет вот прям кожаную куртку настоящую. Мне кажется, вот прям сейчас вот ее и нужно носить. Ты, а? Знаешь, сейчас, Оленька, сейчас слишком рано, еще прохладно. Ага. Но можно в этом жакете сейчас ходить по офису, например, или по работе, вот в рабочей атмосфере. Ну, например, в Сочи, нас тоже там смотрят в некоторых регионах, можно уже носить. Конечно, его конечно. Я к тому говорю, что этот жакет абсолютно без сезона, он вне сезона. Он абсолютно на 365 дней в году. Ага. Летом мы ходим на улице в нем, в прохладное время года мы ходим в деловой атмосфере, можем пойти в ресторан в этом жакете, абсолютно уместно будет выглядеть женщина. Угу. Плюс ко всему, Оля, здесь вот особый акцент я бы хотела, конечно, сделать очень красиво оформленному, задекорированному линии горловины. Так, вот ты очень сказала красиво. Коко Шанель, а вот где это проявляется, Коко Шанель стиль? Коко Шанель стиль, он в принципе уже изначально
по крою, во-первых, это классического кроя в стиле Коко Шанель жакет. Угу. Плюс ко всему, вот этот замечательный декор также Коко Шанель использовала в своих коллекциях уже после военный период. Именно вот она декорировала свои жакеты подобным родом. Посмотрите, мои дорогие, здесь у нас тесьма, которая пришита к области горловины, плюс ко всему с таким блеском эффект кожаных переплетений. Оленька, здесь у нас действительно такое впечатление, что это лакированные элементы. Угу. Очень важно. И еще, ты знаешь, Оль, отличительная черта Шанель, это, конечно же, эффект стежки. Ага. Но здесь у нас гораздо лучше тем, что у нас она пробивная, безниточная, сквозная стежка. Угу. Да, не будет цепляться, не будет нитки доставлять, не нитки не будут торчать. Ага. При стирке ничего не случится абсолютно этому жакету. И самое важное, что здесь у нас еще плюс ко всему молния предусмотрена по центру. Это уже облегчает нам жизнь просто. И эффект как раз-таки того, что здесь придается определенный стиль, индивидуальный стиль. Вот. И плюс ко всему у нас задекорированы карманы. Это тоже очень красивый элемент декора в сочетании с воротниковой частью. Опять же, придается изысканный образ, неповторимый образ каждой женщины, причем абсолютно любого возраста. И будет уместно, она выглядит абсолютно по любой ситуации, по любому случаю жизни. Оль, ты не устояла? Конечно, слушай, такой пиджачок прям так и хочется на себя накинуть, чтобы понять, как он будет смотреться. На самом деле, мне нравится, что он легкий, напоминает очень-очень даже настоящую кожу, лакированную даже в чем-то. Мне нравится, что стежка здесь есть, а ниток нет. Я бы сейчас хотела продемонстрировать это все на наших моделях, чтобы было более понятно и наглядно. Дорогие мои, вот посмотрите. Во-первых, у нас линия портрета. Очень хорошо у нас формирована линия плеча. Здесь у нас встроенный плечик, подплечник. Вы никогда не будете испытывать никакого неудобства. Структурирована линия плеча, очень красиво задекорирована линия вот горловины. Дорогие мои, видите, что здесь у нас очень красиво оформлен, во-первых, жакет по самой лицевой полочке. У нас идут рельефные выточки вдоль всего жакета. Это как раз и дает нам ту вертикаль, которая всегда будет работать на наш стройный силуэт. Еще плюс ко всему, у нас молния также создает визуальный эффект стройности, как в застегнутом варианте, так и в расстегнутом. У нас прекрасная длина этого жакета, которая также прикроет все наши нюансы и в области бедер, в области живота. Идеальная длина рукава. Очень хорошо. Его можно будет подкручивать при необходимости, создавать более спортивный образ, спортшик. Также может сочетаться очень хорошо с этим жакетом. Классические образы. В общем, женщина может абсолютно спокойно фантазировать и придумывать себе разнообразные образы. Прекрасно. То есть абсолютно подо все подходит наш жакет и может являться как курточкой, так и пиджачком, который вы можете носить 365 дней в году. Цена премьеры. Успейте ей воспользоваться. Действует скидка 1100 рублей. Будьте неповторимыми. Это эксклюзив. Нет ни у кого.